Что ж, неделя подходит к концу, и это значит, что нам пора заканчивать беседы о самых ужасных монстрах мира Warhammer 40K. И потому сегодня мы поговорим о поработителях. Поработители, возможно, являются самой большой угрозой не только Империуму. Знание о самом существовании поработителей – тщательно охраняемая тайна, и ее разглашение может привести к паническим настроениям во всей галактике. Описания поработителей редки и обрывочны, но большинство отмечают гротескное, нездоровое, коричнево-розовое тело в форме луковицы. Из-под нее свисают щупальца, помогающие при перемещении по воздуху, а цепкие жвала используются, чтобы сжимать жертву. Ученые Инквизиции расходятся во мнении, являются ли поработители разумными. Если даже их поведение и осознанно, то похоже, они не стремятся к общению с другими расами и не используют никаких приспособлений. Вместо этого вся ручная работа выполняется психически контролируемыми рабами. Именно из-за обладания этой способности они и получили такое название. Жертвы поработителей становятся марионетками, управляемыми чужой волей, совершая даже самые самоубийственные и еретические поступки, без колебаний. Хотя самих поработителей в их телесной форме можно скосить непрерывным огнем из оружия, большую угрозу представляют их контролируемые рабы. Поработители путешествуют по имматериуму, притягиваемые психическими излучениями живых существ, особенно исходящими от незащищенных псайкеров, которых они могут обнаружить на расстоянии многих световых лет. По обнаружении псайкера, три поработителя устанавливают ментальную связь с ним и начинают осуществлять отвратительные метаморфозы. Носитель деформируется в течение нескольких дней, впадая в длительный сон, и в итоге превращается в живой варп-портал, пульсирующий искривленной, разорванной плотью, который позволяет этой троице вторгнуться в материальную вселенную. Как только они появляются на планете, то начинают искать и преобразовывать все новых псайкеров, тем самым увеличивая количество поработителей, что в свою очередь обычно предвещает конец для этого мира. Поработители могут подчинять своей воле любых живых существ, несмотря на то, что некоторым удавалось противиться и избавиться от их ужасных оков, большая часть жертв остается в подчинении до самого конца своей несчастной жизни. Порабощенные субъекты обычно не претерпевают никаких внешних изменений во время подчинения, но со временем, в связи с отсутствием надлежащей заботы и питания, они становятся бледными и у них наступает обезвоживание. Хотя, возможно, это побочный эффект их инопланетного гнета. Если заражение поработителей началось, то его уже почти невозможно остановить. Поработителям присвоен рейтинг опасности Xenos Terminus, которого удостаиваются далеко не все высшие демоны варпа.